на конкурс город Тюмень, школа номер 48, 6 А класс, Кудня Анастасия. Георгий Рублев, памятник. Это было в мае, на рассвете, настал у стен Рейхстага бой. Девочку немецкую заметил наш солдат на пыльной мостовой. У столба дрожана стояла, в голубых глазах застыл испуг, и куски свистящего металла смерть и муки сеяли вокруг. Тут он вспомнил, как, прощаясь летом, он свою дочурку целовал. Может быть, отец девчонки этой дочь его родную растерял. Но сейчас в Берлине под обстрелом полз боец и телом заслоня. Девочку в коротком платье белом осторожно вынес из огня. И, погладив ласковой ладони, он ее на землю опустил. Говорят, что утром маршал Конев Сталину об этом доложил. Скольким детям возродили детство, подарили радость и весну. Рядовые